самой лучшей няне с самым маленьким жалованием обращаться Вишневая, дом 17. Да, все верно. Теперь только остается ждать, когда в нашей калитке соберутся толпы нянь, желающих получать самое маленькое жалование. Если мы не можем предложить им самое большое жалование, то лучше писать правду. Да. Пока если в нашей калитке собираются толпы, то лишь для того, чтобы поглазеть на твоего бездельника братца. Ты не смеешь называть его бездельником, он сочиняет песни. Ему нужны покой и уединение. Ну что там новенького? Адмирал Бум чистит свой перископ и ругается. Наверное, говорит, лопни моя слезенка. Не слышно. Миссис Ларк вышла в сад, а дядя Роберт залез в палатку. Майкл, что это? Мне кажется, это была она. Кто? Тарелка. Помнишь, папа говорил, они всегда светятся. Смотри! Мое имя Мэри Поппинс. А, да. Прошу, вы увидите, они очень послушные ребятки. И с ними не будет никаких хлопот. Я надеюсь, у вас есть рекомендация профсоюза нянь? У меня правило. Никаких рекомендаций. Ну, мне кажется, все люди состоят... Весьма старомодные обычаи, по-моему. Совершенно устаревший и несовременный. Прошу, детская наверху. Джейн, Майкл, познакомьтесь, это ваша новая няня Мэри Поппинс. Надеюсь, улажено. Почти. Если, конечно, мне это подойдет. Мы вам подходим? Майкл, веди себя прилично. Я принимаю ваше предложение, миссис Бэнкс. В природе происходит год от года. Непогода нынче в моде. Непогода, непогода. Словно из водопровода льет на нас небес вода. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда, никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Грозные раскаты от восхода до заката. За грехи людей расплата. Непогода, непогода.
Не ангина, не простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но складывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Вода провода льет на нас с небес вода. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Мистер Эй, возьмите, пожалуйста, мою раскладушку и отнесите ее в детскую. Вы мне? Но разве я недостаточно ясно сказала? Эй, мистер Эй. Пожалуйста. Но меня зовут мистер Роберт Робертсон. Правда? Ну, теперь уже ничего не поделаешь. Если я один раз назвала вас мистером Эй, придется быть мистером Эй. Осторожно. Я сплю только на этой раскладушке. Доброе утро, мисс Поппинс. Доброе утро. Скверная погода, не правда ли? Для кого как? Ну, во всяком случае, для того, кто экономит бензин и ездит в офис на велосипеде. А я сегодня такая добрая-добрая. Как жаль, что этот день кончился. Все когда-нибудь кончается. Кроме вас. Ведь вы от нас никогда, никогда не уйдете, правда? Хорошенькая у меня будет жизнь, если я всю ее потрачу на вас. Интересно, поверили бы нам, папа с мамой, если бы мы им все рассказали? Что это все? Ну, все. И про Нелея, и про Эдуарда с Варфоломеем. Только они не поверят и ничего не узнают. Когда-то они все знали. Как? Вы хотите сказать, что они знали все? И что Нелей живой, и что можно летать? И понимали, о чем говорят собаки? И что живое, что летать. И язык зверей и птиц именно так. Когда-то. Тогда почему они это все забыли? Потому что они стали старше. Вот так так. Тем не менее, это так. Я гашу свет. Но ведь вы тоже взрослая. А все понимаете. И ничего не забыли. Я? Я не такая, как все. Я редкое исключение. Я вне конкуренции. Я леди совершенства. Ладно уж, еще несколько минут в порядке исключений. Но одно условие. Вы будете спать. Видеть хорошие сны.
все, что было много лет назад. Сны цветные бережно хранят. И порой тех снов волшебный хоровод взрослых детства за руку ведет. Сны, где сказка живет среди чудес, сны, где можно достать звезду с небес, с небес. Счастлив тот, счастлив тот, в ком детство есть. Детство наше давно прошло, прошлой жизни буквально прочло. Нету осень, зима, и нет весны, но хранят той весны тепло, но хранят той весны тепло наши детские сны. Детских снов чудесная страна. Людям всем до старости нужна. Только жаль, что нам, когда взрослеем мы, редко снятся те цветные сны. Сны, где сказка живет среди чудес, сны, где можно достать звезду с небес, с небес. Счастлив тот, счастлив тот, в ком детство есть. Детство наше давно прошло, прошлой жизни буквально прочло. Нету осень, зима, и нет весны, но хранят у весны тепло, но хранят у весны тепло наши детские сны, наши детские сны, наши детские сны, наши детские сны. Добрый вечер, Мэри Поппинс. Вы прекрасно пели. Я? Советую не забывать вам, мистера, что я приличная девушка. И пою только по утрам. А, значит, мне показалось. Знаете, я уже давно собирался с вами побеседовать, Мэри Поппинс. Вы не очень спешите? Ужасно спешу. Но, впрочем, это зависит от ветра. От ветра? А, вы правы, холодает. По-моему, пора перебираться в дом, мистер Эй. Осень идет. Горят палатки. А, да, понятно. Значит, и вы считаете меня бездельником? Наоборот. Вы мне очень нравитесь, мистер Эй. Вы ведь тоже любите живую музыку? Живую? Ну, ту, которую не включают. А, понимаю. А вот некоторые песни ваши, ну как вам сказать? Но мне ужасно не нравится, как живут некоторые люди на Вишневой улице. Я хочу об этом им рассказать. А вам никогда не приходило в голову, мистер Эй, что люди сами иногда об этом догадываются? Да, ну а что же мне делать? А может быть и правду пора что-нибудь делать? Ну вот и мне пора. Прощайте, мистер Эй! Не забывайте, что я вам сказала о племянниках! Боже, телеграмма. Я совершенно забыл. Какой ужас. Беда никогда не приходит в одиночку. Мужайся, дорогая. Приезжаю к вам на месяц. Буду завтра в 10 утра. Будьте любезны затопить камин в спальне.
Юфимия Эндрю. Погоди, так ведь, кажется, звали твою няню. Да. И она приезжает. Сегодня. Сейчас. Ну, дорогой, это не такая уж беда. Конечно, жаль, что нет газа. Но можно истопить камин дровами. И милая старушка... Милая старушка? Как бы не так. Ты еще ее увидишь. Пожар и разорение в сравнении с ней – ничто. Не Юфимия имя ее, а Фурия, Гарпия. Куда ты? Куда угодно. На край земли, в кругосветное плавание. Боже, какой ужас. Скажи, что я умер, погиб на пожаре. Джордж, это неприлично. Внимание! Я выхожу. Так, посмотрим, все ли у нас на месте. Кажется, все. Что это такое? 2 фунта 3 пенса. За такую сумму я могу совершить 3 витка вокруг земного шара, милейший. Держите. Это что, на чай? Это плата за проезд. Ой. Прошу, прошу. Надеюсь, вы знаете, кто я такая? А? Знаем. Вы мисс Фурия. То есть, мисс Гарпия. Добро пожаловать, мисс Эндрю. Надеюсь, поездка была приятной. Крайне неприятно, миссис Бэнкс. Впрочем, так же, как и ваши дети. Чрезвычайно неприятно, миссис Бэнкс. Это что, Майкл? А это что, Джейн? Почему она в брюках? В мое время девочки не ходили в брюках. Да, но я... Молчать! Крайне невоспитанные дети. Мальчишку отдадим в военное училище, воспитанием девочки займусь сама. Я надеюсь, вам у нас понравится. Что это? Откуда эта груда металла, миссис Бэнкс? Что это такое? Это рядом с домом англичанина. Мой дом, моя крепость. Это же абстрактная скульптура. Тьфу, гадость какая. Убрать! Но у нас завтра это уберут. Завтра? Морген, морген, нур не хойте, загнез фаулойте. Завтра. Я? Я. Немедленно этим займусь. Вы-то? Вы не хотите пройти? Да, хочу. Где у вас туалет? Туалет? Так. Это что, ваш садовник? Эй, парень, принеси, пожалуйста, оставшиеся вещи. Только осторожней, там много пузырьков. Я слежу за своим здоровьем, миссис Бэнкс. Так. Стоять. Это слишком дорогая вещь, знаете ли, чтобы доверять ее кому-то. В самолете духота, здесь духота. Стоять. Пересчитаем вещи. 1, 2, 3, 4, 5. Да. Джейн, ведь месяц это очень-очень долго, правда? Это 4 недели. Еще маленький хвостик. Если вспомните, что находитесь в общественном месте. Это городской парк, а не зоопарк. Как вы себя ведете? И где, позвольте спросить, ваши перчатки? А у нас их нет. Очень жаль. Ну, хорошо. Домой пить чай. Так вы говорите, она утверждает, что я не умею воспитывать детей. Вот и не говорили. Мэри Поппинс, мы же этого не говорили. Ну, разумеется, не хватало же вам еще ябедничать. И что я подозрительная особа, да? Терпеть не могу объяснений,
Но, видимо, придется объясниться. Кстати, где она, эта мисс Эндрю? Она уехала. Разумеется, в банк? Ну, куда же может уехать такая известная личность? Только в банк. А за старшего остался мистер Томас. Томас? С каких-то пор он стал мистером. Вперед, Томас, и не робей. Хорошо. Полетишь прямо на север, там аэродром. Самолет в Кокоду летает в 18:30. Ну, знаешь, такой белый, в крапинку, с серым попугаем на борту. Пережди, пока погрузит багаж, и ныряй прямо в багажное отделение. Будет холодновато, зато отогреешься дома. Прекрасно! Это мисс Эндрю. Ну? Улетайте, мистер Томас, скорее! Прощай! Прощай, Мэри! Почему посторонние на территории? Не слышу. Кто трогал мою клетку? Кто открыл дверцу? Где мой попугай? Прощайте, добрые ребята. До встречи, Мэри. Цурик! Назад! Сэр Томас, назад! Цурик! Мэри. Приятная встреча. Значит, это вы. Хорошо, значит, вы вернулись. Та самая подозрительная особа. Очень хорошо. Мне этого не доставало, чтобы поквитаться с вами за все, что вы... Боже мой, на помощь! Откройте! Выпустите меня! Вы сказали, что я не умею воспитывать детей. Я прошу извинения, простите. Что я жестокая и безнравственная. Ошиблась. Жожа, ошиблась, простите. Вы назвали меня подозрительной особой. Я беру свои слова обратно, и все вместе, и каждый в отдельности. Извините, но лично мне это мисс Эндрю порядком надоело. Я бы охотно приняла ванну, напилась бы чаю и соснула бы часок-другой с дороги. Мистер Эй, мне сказали, что вы что-то написали на плакате. Да! Повторите это еще раз. И дело с концом. Я написал: Эндрю, убирайся домой! Юноша, 5 фунтов на чай! Я прошу вас в аэропорт! Быстро! С тех пор, как был мальчиком. Честное слово. Боже, у него мой шарик. Ты меня узнал? Иди же скорее сюда, покатаемся. Сейчас иду. Иди сюда, покатаемся. Хочешь? Боже, ты посмотри на нее. Те же самые коротенькие штанишки. Тоже чернильное пятно на них. Мне за него здорово попало от мисс Эндрю. Ты помнишь? Конечно, помню.
Ну, киски. Вот они и встретились. Отличная выдумка. Прекрасный аттракцион, не правда ли, цыплятки? А мы? А вы? Мы-то. Ну, ваше будущее еще не сбылось. Бедный, бедный мистер Эй. Неужели вы могли подумать, что я оставлю вас без подарка? Вы сыграете на ней свои самые лучшие, самые добрые песни. Не грустите и выше голову, что подумают о вас племянники. Вы уходите от нас. Все хорошее когда-нибудь кончается, особенно сны. Земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь, разлука бит и зла, им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей. Сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра, сотни лет, и день, и ночь вращается. На круги своя. Но есть на свете ветер перемен, он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора ветра разлук, обид ветра.